Департамент транспорта администрации Самары сообщает, что в связи с проведением музыкального фестиваля «Самфест» будет перекрыто движение по нескольким улицам. 11 июня с 9 утра до 12 ночи закрываются проезды номер 6, 7, 9, 12, улица Дальняя на участке от Московского шоссе до улицы Арена 2018, улица Первая, Стадионная. С 9 до 12 вечера 12 июня ограничат движение транспорта по улице Арена 2018 на участке от Волжского шоссе до улицы Вторая, Стадионная. Фактическое время действия ограничений по улице Арена 2018 может быть скорректировано с учетом наличия личного транспорта в зоне ограничения движения. С 17 часов 10 июня до 12 ночи 12 июня закрываются улицы Дальняя на участке от Московского шоссе до улицы Арена 2018. Проезды номер 2, 6, 7, 8, 9, 12, улица 1, Стадионная, улица 2, Стадионная. Улица Арена 2018 на участке от Волжского шоссе до улицы 2, Стадионная. В телеграм-канале Департамента образования Самары рассказывают об этнографическом фестивале, который прошел в детском саду номер 283 в рамках нацпроекта образования. Он назывался «Матрешка. Улыбка России» и был посвящен Дню России, который отметят в стране 12 июня. В празднике приняли участие более 155 воспитанников из 15 образовательных учреждений Самары. В телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской» напоминают, что в городе пройдет фестиваль «Виват Россия». 10 июня в Летнем театре Струковского сада в 12 часов начнется концерт детско-юношеских духовых оркестров Самарской области. В 17 часов концертные программы военного оркестра Самарского гарнизона и Самарского концертно-духового оркестра. В 19 часов концерт Адмиралтейского оркестра из Санкт-Петербурга. На открытой эстраде в течение дня будут показывать фильмы о Петре Первом. В 17:30 открытая лекция историка Бориса Агузарова об истории волжского судоходства. В 18:00 открытая лекция доктора исторических наук Глеба Алексушина «Петр Первый в истории России и Самары». Фестиваль посвящен Дню России и 350-летию императора Петра Первого. В телеграм-канале департаментов и районов города сообщают, что к 12 июня, ко Дню России, команда «Карты жителей Самарской области» совместно с партнерами проекта решили порадовать самарцев викториной с призами. Условия участия в викторине просты. Быть подписанным на страницу ВК «Карты жителей Самарской области», быть подписанным на страницу ВК «Партнера», правильно ответить на вопросы викторины. Среди верно ответивших будут разыграны призы с помощью приложения «Рандомайзер».